Я очень благодарен полиции российской за то, что они, в общем, ну, так оперативно сработали и оперативно отработали, что вернули мне значительную часть моих утерянных денег. Я очень доволен то, что так российская полиция работает, и очень признателен за то, что так. Я вообще в шоке, ну как, большой радости за то, что так, ну, сработали, в общем. И то, что вернули мне такую сумму денег, потому что я долго копил, чтобы поехать в Россию, и вот мне вернули назад. По моей оплошности, конечно, ну, то, что я... Ну, зато очень быстро и оперативно сработали. Спасибо большое российской полиции. Спасибо. Так вот, держите, считайте ваши доллары, изъятые гражданки. Ну да, все мои. Декабря 2017 года гражданин Республики Узбекистан Владимир прилетел в аэропорт Толмачево для дальнейшего проживания на территории Российской Федерации, работы и оформления гражданства. При прохождении таможенного контроля оставил на ленте досмотрового прибора свою барсетку. О данном факте сообщил в полицию. В барсетке находились денежные средства в сумме 1200 долларов США, а также пакет документов для оформления гражданства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена женщина, гражданка Республики Узбекистан, которая после прохождения досмотра следом за Владимиром забрала с ленты досмотрового прибора барсетку и решила присвоить ее содержимое себе. Документы она выкинула, а деньги оставила для личного пользования. Данная гражданка была доставлена в дежурную часть в МВД России в аэропорту Толмачево, где денежные средства в сумме 1200 долларов США были у нее изъяты. В отношении гражданки расследуется уголовное дело. Ее действия квалифицируются как пункт В, часть 2, статья 158, то есть кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.